Шакро – молодой известный вор. В сфере его влияния крупнейшие казино Москвы. В свое время он даже пытался участвовать в переделе алюминиевого бизнеса страны. Но коллеги по криминалу довольно жестко дали ему понять, что там все места заняты. Конкретно мне уладили и стывали, как это было. Я вытащил, окажется, За последнее время на Шакро было совершено 3 покушения. Сейчас предпочитает жить за границей. Поясните, что это такое? Я должен вас спросить, командир. Что это такое? Скажите мне. А почему вы меня должны спросить? Потому что вы меня сунули, вы. Я лично вам. Ваша команда. Каракудзян Маис Автандилович, вор в законе, 69-го года рождения, 6 мая. Маис Карапетян родился в Армении. Первый срок получил за кражу в 15-летнем возрасте. Затем несколько раз привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Был коронован по инициативе старых армянских воров, которые, уходя на покой, решили подготовить себе достойную замену. Ошибаетесь, ребята. Мы не знакомы? Мы знакомы с тобой, хорошо знакомы. С вами. Один раз с вами, один раз даже вы к нам гуманно подошли, сказали, демократия, мы тоже меняемся. Но не похоже, это какие-то репрессии, наоборот, с вашей стороны, а не демократия. Говорят, что Карапетян соблюдал воровские традиции, никогда сам не совершал тяжких преступлений, не брал в руки огнестрельного оружия и старался особенно не шиковать. Был убит в 2001 году на Большой Бронной в Москве. Фамилия, отчество? Кого меня зовут? Это хорошо. А фамилия, отчество-то есть? Фамилия Бизаров. А имя? Кого? А отчество? Маршакович. Год рождения? 62-й. А полная дата? 15 июня 62-й. Где родились? В Белисе. А прописано в настоящее время где? В Москве. Я являюсь вором законом. А сколько у вас судимости? 4. Можете назвать, по каким статьям? Здравствуйте. Давно вас крестили? Давайте это не выйду. Я не хочу на руки. Карел Поцкорья, Гаунзиевлев, Шахру Калашович, Твидиши, Шемдигари, Шахадреби, Шесагребе, Саубрева, Чуэневе, Виспрагмин, Чинаген, Сахата, Сам, Министру, Арцелев, Чанцер, Шикамонери, Курди, Шахру Калашович, Саубрев, Сдокова, Батуру, Гурчаму, Диода, Калашович, Ахатар, Гамадзис, Министру, Биздрос, Сахар, Толоши. Украинден, Твидиши, Девордеребули, Поцкорья, Процесси, Эрца, Чида, Ицкова, Мазбрали, Канонер, Курдоба, Сто, Уцтешит, Марс, Психешим, Октари, Бунтис, Организеба, Шедеба. Поцкорья, Калашович,
ამას არა ჩვენები ზალა კიდეც რო მეთქვა ასე ამპირონებას ეს იმიტომ რომ დაცვის გარეშე პირდაპირ არის რა როდესაც პიროვნებას ბრალს აუკენებენ ბრალის სახელებამდე აცხობენ მას თავის უფლება მოვალეობათა ნუსხას ხოლო და ამის შემდეგ შეიძლება მის მიერ გაკეთებული განცხადებები ჩაითვალოს კეთებულება. В ресторанах в центре Москвы были задержаны сразу 4 уголовных авторитета. Вы к ворам в законе отношения имеете? Нет, вопрос оперативный. Я вам разница по времени при суде, я вам говорю, что не отношения. Ага, я понял. Ну тогда судимости, скажите, сколько у вас? Знаю, что мне 2-3. Это вор в законе Эдуард Асатрян, известный по кличкам Осетрина и Эдик Тбилисский. Один из самых влиятельных авторитетов в криминальном мире. А наколочки есть у вас какие-нибудь? Так, чтобы можно было сразу обнаружить. Есть, хватает.